Дом культуры деревни Туракова отмечает 60-летний юбилей. Праздничный вечер, как и положено, собрал большое количество гостей. Тепло здесь, уютно очень. Люблю клуб и постоянно хочу сюда приходить. Хожу сюда в клуб с детства уже достаточно. С какого детства, со скольки лет? Ну, как я родилась, у меня мама здесь уже давно работает, я здесь, они репетируют, я танцую рядом с ними. Вместе с 60-летием этого любимого жителями Туракова очага культуры, 30-летие своей работы в нем отмечает заведующая Антонина Константиновна Осипова. Сейчас у нас хореографический зал, хореограф работает, Герасимова Светлана Александровна. Английский, веселый английский. У нас очень весело проводится это занятие. Любимого Ольга Николаевна. И декоративно-прикладное творчество Корчагина Анна Владимировна ведет этот кружок уже 15 лет. У нее, кстати, тоже сегодня как бы такой, ну, юбилеем не назвать, но 15 лет она уже этим занимается. Пока руководители творческих кружков Тураковского дома культуры награждали грамотами и благодарственными письмами за высокий профессионализм, благородный труд и за умение дарить людям радость, их воспитанники готовились к выступлениям. Дух созидания, молодости, оптимизма и необыкновенного таланта здесь, похоже, поселился навсегда. Творческая жизнь в Тураковском ДК продолжается. Ирина Максимова, Антон Коврижных. Программа «События».